Очередные обрушения домов в Одессе. Первым рухнул фасад ветхого здания на Мечникова. Обвалился задний флигель дома по адресу Старопортофранковская, 10. В горсовете сообщили, что рухнувшее здание принадлежит государственному учреждению Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины. Далее с места событий мой коллега Василий Базовлук. Очередной обвал старого дома произошел 6 июля по адресу Мечникова, 12. Обошлось без пострадавших. Здание уже давно признали аварийным и отселили из него жителей. В то же время дом расположен рядом с автостоянкой, и камни повредили крышу над припаркованными машинами. Сотрудники ГСЧС отметили, что есть угроза дальнейшего разрушения. Далее прямая речь. Вже прибувши на місце, провели обгородження місця події, а також провели розвідку для того, щоб далі встановити, які подальші дії рятувальників, яких наразі вже тут 20 осіб, також прибули інші оперативні служби. За попередніми даними, постраждали два автомобіля в гаражах, на яких також сталося обвалення від будівлі. Второе происшествие произошло на Степовой, 34. На втором этаже жилого дома рухнуло межэтажное перекрытие. Здесь трагедия не обошла стороной пожилую женщину. Под завалами обнаружили погибшую хозяйку квартиры 1938 года рождения. Сотрудники ГСЧС продолжают аварийно-спасательные работы. Известно, что в подъезде расположены 4 квартиры, по 2 на каждом этаже.